Всем привет! Вот уже послушала несколько новых треков Тони Раута и решила еще послушать. Как-то он меня в этот раз заинтересовал своей неординарностью. И трек называется «В неоне». Не дрожи, не могу глаз оторвать. Ты красива, как Ирина Шей. В моем бокале не лимонад, в моей крови вовсе не дрожи. Не могу глаз оторвать. Ты красива, как Ирина Шей. Кто такая Ирина Шей? Карман в сердце, дыра со мной. Играть ведешь привод Джек. Кола, меф и кока, эский повод, радость, форма. Это автострада на столе для тебя. Черные кредитки по белым линиям. Я выбрал тебя, показать тебе грубость. Я тону на тусе, дай спасательный круглый. Разыгрался мой аппетит. Зеленые глаза, значит, можно идти. Пойдет любой за тобой, но я лучше куплю твою любовь за бабло. У тебя столько конфет, будто это Хэллоуин. Чертов Хэллоуин. Ты жестоко ко мне вырвала сердце, чтоб убить. Прямо из груди. В моем бокале не лимонад, в моей крови вовсе не дрожит. В него не до утра. Кидаю мир к твоим ногам. У нас любовь, но только на словах. Мы растворимся в него не до утра. В моем бокале не лимонад, в моей крови вовсе не дрожит. Не могу глаз оторвать. Ты красива, как Ирина Шей. Как Ирина Шейк, как Ирина Шейк, как Ирина Шейк. Ну, друзья мои, вот из всех трех треков, которые я послушал, вот это был, наверное, хуже всех. Ну, он как бы не хуже, но он попроще был, чем все, чем те два. Те были просто пооригинальнее. Но тут и музыка. Вот вообще, мне кажется, альбом такой неплохой. Ну, это снова Соня тут ходит, своим хвостом виляет. А вот она обычно на перкинессе, на Тони Рауте гуляет. Мимо. Вот, поэтому здесь вот как бы по музыке все хорошо. А вот по словам, вот о чем, что он там хотел сказать. Как-то мне было неинтересно его слушать в этот раз. Не хватило какого-то смысловой нагрузки. То есть музыка хорошая, а смысла маловато. И поэтому поставлю ему 4 за отсутствие того смысла. Или за то, что я не поняла, о чем он хотел сказать. А у Тони Раута хотелось бы немножко побольше смысла. Но вообще оригинальность в его треках, особенно вот в этом альбоме, зашкаливает. Всем пока!